специально для конкурса дети читают стихи. Выступает Лев Обухов, 5 лет, из города Львов, Украина. Андрей Усачев, что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки, ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Все взлетают в небо, рассыпаются там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы, это дедушки альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.